Первое место. Первый помост. Козлов Николай закончил свое выступление с результатом 72 подъема. Первый раз. Так, давай. На первом помосте работает Малахов Геннадий, Ростовская область. На втором помосте Коваль Александр, Ростовская область. На третьем помосте Петров Витислав, Ставропольский край. Вы зашли на мой канал malakhov.pro. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика, как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте.